В Таджикистане продолжается закрытие мечетей, как сообщил журналистам 25 июля Сулеймон Владзада, председатель Комитета по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов. Есть Махали, где зарегистрированы две-три мечети, а есть Махали и населенные пункты, где нет ни одной мечети или религиозного объединения. Межведомственная рабочая группа изучает все эти вопросы, и по результатам работы группы будут приняты соответствующие решения, заявил Давлад Зада. По словам Давлад Зады, в первом полугодии текущего года, согласно информации Верховного суда, зарегистрировано 310 нарушений закона об упорядочении народных традиций и торжеств и обрядов, намекая на то, что в скором времени власти закроют под предлогом нарушения закона ряд мечетей по стране. Напомним, что за последнее десятилетие были ликвидированы или преобразованы 1938 мечетей по всей стране, которые жители страны на свои средства построили после освобождения от советской оккупации. На сегодняшний день режим Рахмона пытается ликвидировать оставшиеся мечети, не находящиеся под полным контролем государства.